Разифа Нурдинова принято считать основоположником григоримской борьбы в Нефтекамске. Открытый турнир его памяти проводится в городе уже более 20 лет. Это у нас по счету 24-й раз. Начинали мы данное соревнование в 1993 году. Приехали команды из городов нашей республики, из Пермского края. И количество участников составляет 120 человек. Нефтекамск на турнире представляли воспитанники детских и юношеских спортивных школ. За столь частое проведение открытого турнира оно уже считается очень престижным соревнованием. Уровень высокий, поэтому оценивать участников приезжают судьи из Уфы. Для мастерства спортсменов, конечно, имеет значение. Да и вообще для уровня смотрим мы этих ребят, на каком этапе они сейчас в подготовке находятся. Сейчас после Нового года пойдут отборы к первенству России, к федеральным округам. Мы просматриваем ребят. На соревнования собрались ребята различных возрастов и весовых категорий. Чаще всего хорошей подготовкой отличаются борцы Уфы. Но и нефтекамские спортсмены составляют им солидную конкуренцию. Уже где-то четвертый или пятый раз участвую на этом турнире. Этот турнир практически как календарный. Я думаю, что я стану здесь призером, потому что ничего здесь трудного не должно быть. Для спортсменов очень важно оказаться в числе лучших. Соревнование является отборочным на место в сборной республики на чемпионате России. Анастасия Ка, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».